Чи здасть Дональд Трамп Україну Росії і що на це відповідають в опозиційному таборі? Наскільки сильно боїться Путін за своє життя, що просить захищати його літаки і не тільки? І з ким посилює військово-політичну співпрацю? Та що буде за це диктаторам, які єднаються? Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова мене звати. З нами традиційно щодня Борис Тізенгаузен, політтехнолог. Борисе, вітаю. Рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Вже на кісточки просто розібрали і розбирають дебати, які відбулися між Дональдом Трампом і Камалою Харріс, і як дивились один на одного, як сміялися, і хто кому руку тиснув, і як виглядали. Ці дебати найкращі за всю мою політичну кар'єру, каже Дональд Трамп. Однак не всі його однопартійці схильні з ним погоджуватися. Дехто, зокрема сенатор Лінсі Грем, називає виступ Трампа катастрофою, закликає звільнити команду, яка готувала його до дебатів. Трамп так і не відповів однозначно на питання модератора про те, чи він на загал хоче, щоб Україна виграла війну, ухилявся від цього. Ну, давайте послухаємо, що ж Трамп говорить про своє бачення фіналізації російсько-української війни і повернемось. Я дуже добре знаю Зеленського і дуже добре знаю Путіна. У мене з ними добрі стосунки, і вони поважають мене як президента. І не поважають Байдена, і навіть не спілкуються з ним. Байден за ці роки навіть не подзвонив до Путіна, навіть не зробив такої спроби. Ми зараз граємось з вогнем щодо Третьої світової. Це треба припинити. Я закінчу це одразу ж, коли буду обраний на посаду президента. Я поговорю з одним, потім з іншим. Я зведу їх разом. Цієї війни не мало бути взагалі. Камала Харріс, між тим, каже, що Трамп за 24 години єдине, що зробить, то це здасть Україну. І взагалі це не в американському стилі зраджувати своїх союзників та партнерів. Її ще послухаємо і вже коментуємо. Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть. І це не те, ким ми є, як американці. Давайте розберемося. Я бачилася із Зеленським за кілька днів до вторгнення Росії. Я поділилася з ними даними американської розвідки про те, як він міг захиститися. Кілька днів по тому я вирушила на східний фланг НАТО, до Польщі та Румунії. І ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, джавелінам, Абрамсам, які ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі. Що ж, Борисе, чи стали ці дебати катастрофою для Трампа і чи стане його ймовірний потенційний прихід до керма Білого дому катастрофою для України? Безусловно, катастрофой для Украины не станет приход Трампа. Понятно, что нам нужна двухпартийная, двухпалатная поддержка. То есть мы здесь как абсолютно адекватные представители своей страны до выборов не отдаем никому предпочтения, особенно на государственном уровне. Я думаю, что этих ошибок больше никто не будет делать. Вот. Но эти дебаты, конечно, мне показалось просто, что Трамп после такой оглушительной победы над Байденом, ну давайте скажем прямо, именно дебаты стали финальной точкой снятия Байдена с избирательной гонки. Он немножечко расслабился и подумал, что, ну, знаете, когда все время спаррингуешь со слабым противником, когда выходит сильный, действительно подготовленный, но тут нужно быть готовым. И мне кажется, Трамп был не совсем готов в этом плане. Не сказать, что он прям проиграл, нет. Но финальные опросы и CNN, и, кстати, про республиканского Fox News показывают, что Камала Харрис эти дебаты выиграла. Насколько я помню, 37-63. Процентов. Вот так разделились мнения. 63 в пользу Камалы Харрис отдают предпочтение после этих дебатов. Но крайне интересные моменты. И Трамп, он очень хороший оратор, он очень хороший спикер. И за всеми этими, ну там, откровенно иногда странными заявлениями, типа на Гавайях едят домашних животных, воруют и так далее. Это вот это лицо Камалы Харрис после того, как Трамп это говорил, оно завирусилось и стало мемом. Они очень хорошо лицами отыгрывали. Это прям искусство большое. Ну, в общем, вообще дебаты — это самая, наверное, смотрибельная программа в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно, это
прям вот представление. Конкретно про Украину. Что, куда ударил Трамп Камалу Харрис? Он сказал, да, там, ты была в Украине за несколько дней до вторжения, передала Зеленскому планы Путина, а это, и там через три дня Путин вторгся в Украину. А это значит, что администрация Байдена недостаточно предупредила Путина о последствиях или недостаточно жестко проявила позицию, что он наплевал на все предупреждения. Причем я думаю, что администрация Белого дома знала об этом нападении еще с сентября месяца. Вот, в начале осени, а может и еще раньше. Оно же просто так не за один день готовилось. Поэтому вот Трамп задавал очень неудобные вопросы. Значит, вы не все сделали. Значит, вы не напугали Путина, не сказали ему, что тебе крышка, если ты вторгнешься в этот. Мы тебя просто уничтожим. И до сих пор не уничтожили. И в дискуссии, когда Камала Харрис говорит, мы дали Абрамсы, Джавелины, мы объединили 50 стран и так далее. Но сегодня, видите, как ни странно, на следующий день мы говорим о том, что снимут запрет или не снимут. И как Трамп уклонялся от того вопроса, желает ли он победы Украине. Он не желает конкретно победы Украине, потому что в его понимании это Третья мировая война. Потому что победа Украины – это границы 91 года, репарации, которые Москва только по принуждению захочет платить. Ну, соответственно, нужно всех там поставить на колени или дойти до Москвы и заставить их это сделать. То есть, ну, понятно, что вот в такую победу Трамп, конечно же, не верит. Он бизнесмен, он говорит, я сделаю эту лучшую сделку между Зеленским и Путиным, я вообще их посажу и 24 часа, и все будет решено. То есть сделка подразумевает компромисс. Я думаю, мы прекрасно понимаем, какой компромисс может быть в этой ситуации. К сожалению, вот так, такую победу, как мы себе хотим и мы заслуживаем, Трамп навряд ли видит. Но это мои личные выводы. Что касается Камалы Харрис, да, действительно, администрация Белого дома не бросила Украину. Но и там тоже, если говорить о победе в том формате, в котором ее мы заслужили и достойны, Украина, там тоже речь не идет. Потому что тогда бы, наверное, уже бы все запреты были сняты действующей администрацией, то есть демократами, Белым домом. Тогда бы мы не говорили о переносе 6 миллиардов на следующий год финансовый в Соединенных Штатах, 6 миллиардов военной помощи для Украины. То есть вот сейчас до 31 сентября заканчивается финансовый год, если Байден нам это все не отдает в виде оружия, то все, переходит на следующий год. Неужели у нас так всего достаточно, что нужно переносить? Или система PDA, по которой Байден без согласования с Конгрессом может передавать? То есть, понимаете, если взять ту часть, которая касалась Украины, она будет мизерная во всех этих дебатах. Это абсолютно понятно. Не мы главный в фокусе этих дебатов. Главное, все, что происходит в Соединенных Штатах. Ну, наверное, так и должно быть. Жаль только, что с риторики 22 года, когда риторика шла о победе Украины, причем именно так и говорили все, сейчас риторика эта трансформировалась в «не дать проиграть Украине». Вот так. Але тим не менше, так і нам видається, що в такому ракурсі це зараз і звучить, але при цьому і не дати Путіну виграти. Да? Отаке політика ніби стримування, реал-політік. Але все-таки питанню російсько-української війни приділилося немало уваги зі 105 хвилин, скільки тривали дебати, навіть довше запланованого, бо планувалися 90 хвилин. Як ви думаєте, Борисе, ми, звісно, не можемо залізти на них в голову, але тим не менше, після цих дебатів Кремль розуміє, що, в принципі, ставку йому робити ні на кого, чи якісь кандидати на яких вони розраховують кандидата, який для них вималювався чіткіше? Ну, офіційно Путін же вже сказав, що ми підтримуємо Камалу Харрис, или, ну, до этого он говорил Байдена, потому что он более предсказуемый, но на самом деле те же самые
активности, которые Россия применяет, в том числе и в подкупе лидеров общественного мнения в Соединенных Штатах, блогеров и так далее. То есть они говорят о том, что там, может, они и в другого кандидата играют. Камала Харрис сказала на этот счет следующее, что диктаторы всего мира были бы рады, если бы Трампа выбрали, потому что им очень легко манипулировать, используя лесть и вот, вот эти все штуки, комплименты и так далее. Хотя тем самым можно задуривать реальную повестку. Значит, я думаю, что нет для Кремля какого-то удобного кандидата в контексте войны в Украине. Потому что Трамп может быть непредсказуемый, это так. А демократы, они, может быть, более инерционны, но они периодически двигают это окно Овертона, которое сдвигается вот... Невозможно, не просто, там даже стрелять из американских винтовок запрещено на территории России. Помните, когда РДК и Легион заходили, все там просто смотрели так, с каким они оружием, какие-то сенаторы даже, я помню, возмущались, да что это такое, а у них там американское какое-то там чего-то, бронежилет или еще что-то. А сейчас, ну, мы говорим о том, когда снимут запрет на удары баллистикой. Поэтому, конечно, демократы очень медленно это все делают. Есть большой риск, что пока двигается это окно Овертона от невозможного к приемлемому, а Украина останется без энергетической инфраструктуры, Украина останется без большей части, ну, без серьезного количества своих воинов. Потому что если это очень долго, ну, давайте прямо говорить, мобилизационный потенциал в России, он действительно больше. Мы должны другими асимметричными, креативными методами, мы должны сохранять жизни наших воинов и работать больше техническими средствами. В том числе мы поэтому и просим. Кассетный боеприпас, раскрываясь над аэродромом, уничтожает несколько самолетов, которые КАБами уже, простите, задолбали и приграничные регионы, я уже молчу про линию фронта. Поэтому надо шевелиться быстрее. Може стану швидше шевелитися після і рухатися після сьогоднішнього візиту, зокрема, держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великобританії Девіда Лема. Вони прибувають до української столиці з візитом обидвоє вперше в такому складі з початку повномасштабного вторгнення. Саміт Кримської платформи як привід, один з приводів, чому вони приїжджають сюди, збирає він на загал багато високопосадовців з наших країн союзницьких. Так от, можливо, під час такого спільного візиту якраз країн, які і є виробниками та постачальниками атакамсів, відповідно, Сполучені Штати, Storm Shadows, відповідно, Великобританія, аналог їхніх скальпіджі, Франція теж чекає саме на дозвіл Вашингтона. Можливо, в такому складі вони хай і не публічно, але, а може, і публічно оголосять про той дозвіл, на який ми чекаємо вже стільки часу. Значит, накануне вышло сразу несколько материалов в американской прессе. Значит, они немножечко по-разному интерпретируют то, что будет происходить. Вроде как в пятницу, только в эту, Джо Байден с британским премьером должны были обсуждать вот это снятие ограничений. Официальным поводом послужит и послужило поставки баллистических ракет из Ирана в Россию. Больше 200 штук через Каспийское море. Но вот сейчас есть информация, что сегодня может быть уже оглашено решение о снятии ограничения. Но не атакамсами, а согласовано будет разрешено бить Storm Shadow крылатыми ракетами по российской территории. Про атакамс пока не идет речь. То есть вот мой прогноз, давайте так, анализируя то, что я прочитал, то, что говорили американские чиновники, в лучшем случае сегодня будет объявлено о том, что Украина может использовать Storm Shadow по российской территории. Но наверняка там согласовывая, естественно, объекты, по которым будут наноситься удары. Вот так. Про баллистику навряд ли скажут. Ну, что, как Россия, кстати, отреагировала? Что на этот счет говорил Володин? Ну, нам же важно понимать, какие с той стороны угрозы могут быть. Значит, Володин сказал следующее, что если будет дано такое, принято такое решение,
то Россия применит более разрушительное и смертоносное оружие, что это они, в принципе, уже применяют. Это только может быть тактическое ядерное. Но мы с вами знаем, что полутораметровый завоеватель навряд ли на это решится. И тогда еще он еще добавил, что Запад станет стороной конфликта. Вот так вот. Хотя, ну, мы уже 100 раз слышали об этом. Но только-только подойдите к Крыму, все, Путин нажмет кнопку. Ну, вон он, в Курской области уже армия наша. Ну, їхні червоні лінії, зрозуміло, що вже ніхто їх не боїться, принаймні так хочеться нам вірити і на це сподіватися. Зараз про авіаційні проблеми і страхи Росії поговоримо. В двох аеропортах Мурманської області вели план «Ковйор», так мовити, килим. Все через загрозу атаки безпілотників. В районі Североморська, за даними телеграм-каналу «База», були знайдені ці безпілотники. Після цього на всьому Кольському півострові, Мурманській, Апатитах були введені обмеження на польоти. В Мурманську включили сирену через загрозу безпілотників, які летять бомбити тамтешню Оленію. Непогано. Це той аеродром, який якраз і треба понищити, чи не так? Да, там стратегічна дальня авіація знаходиться, якраз та, яка предназначена в тому числі для запусків тактичного ядерного оружия. Тут вот що интересно. Получається, що по факту в Росії сильно не защищены некоторые регионы. Я вчера посмотрел карту, российскую версию карты сбития наших беспилотников, которые вчера летели. То есть, да, на Москву сбитие есть, но в другие регионы, или если задавать иную траекторию, здесь нужна большая дальность полета беспилотника, то там большие очень проблемы. А то, что до Оленьи уже долетает, это большой плюс. В России, в принципе, нет столько систем ПВО и близко, чтобы перекрыть все объекты, которые связаны, военные и связанные с ВПК. Поэтому, конечно же, будут сейчас выбирать, кто ценнее для них, кто менее ценный, на сорта поделят. Граждан там можно забирать, кстати, из гражданских объектов. Зачем все эти колонны и прочие подольски с Зеленоградами прикрывать? Только на военные объекты. Давайте, граждан там еще нарожают, нормально все будет. А вот туда, именно поэтому, вот криворукие рэбы, отклоняющие наши БПЛА, отклоняют их в российские многоэтажки. Вот оно так и происходит. И я все время привожу пример этого панциря, как какой-то, наверное, сюр, Орел, сказал бы, да мне тут делать нечего. Панциря, который в центре Москвы на крыше важных зданий, МВД, Минобороны. То есть панцирь же работает на упреждение, он вот где-то там сбивает, перед собой, не над собой и не после себя. Так вот там жилые кварталы, центр Москвы, они ставят панцирь и говорят, смотрите, он будет туда стрелять, будет все падать на вас, ничего страшного. Главное, что здание, которое панцирь защищає, не пострадає. Напевно, якраз наляканий безпілотниками і за своє одне місце, яке він ходить в чемоданчики, Путін вимагає, аби під час поїздки до Туреччини його літак супроводжували винищувачі Middle East Eye. Про це повідомляє. Щось боїться, да? Якось з чим ця вимога Москви пов'язана? За що злякався диктатор? Думає, що і не долетіти може? Да, я, кстати, прочитав, там у мене ж з юмором комментаторы, зрители на моем YouTube-канале. Кстати, если вы нас смотрите на YouTube-канале, то обязательно подпишитесь, у меня там будет выпуск новый, интересный. Сделать очень просто, вот здесь синими буквами ссылка на мой канал под этим видео. И обязательно на канал, на котором вы нас сейчас смотрите, подпишитесь. Да. Так вот, зрители у меня с юмором, и говорят, что вот эти аэропорты закрывают, Пулково, там еще какие-то, потому что там конфискуют чемоданы, разгружают их и отправляют в Кремль. Ну, когда там сильно Путин волнуется. Вот. А что он запросил? И почему эта просьба очень странная? Путин запросил, чтобы его борт, когда правительственный, когда он полетит в Турцию, сопровождали российские истребители.
Турция свое сопровождение, ну, положено, дает свое сопровождение, но Путин говорит, нет, всю дорогу меня только российские истребители должны сопровождать. В чем проблема? Угу. Турция, ну, естественно, член НАТО. Да и не только. Турция, страны, в которых стоит натовское ПВО, могут, система свой-чужой, может и не сработать на российские истребители, которые пересекут воздушное пространство натовских стран. Это нужно как-то отключать все это нужно перепрограммировать. Но нет, вот то вот недоразумение кремлевское, оно стучит ножками, ручками и говорит, нет, только мои, никому не доверяю. Ему не повезло, потому что, например, Ким Чен Ын, который только ездит только в Россию, у нее есть общая граница. Он может на своем бронепоезде кататься там. А, кстати, интересный момент. Mm. Ким Чен Ын тоже не посещает уборные общественные. У него тоже есть свои чемодано-носцы и свои места для этого. В общем, диктаторы очень в этом плане похожи. Не дай бог кто-то узнает, что там, чем болеет и так далее. Так вот, просят сопровождение истребитель. А еще очень переживают, что с территории Украины может быть сбит вот этот правительственный борт. И как бы, я просто представляю, если бы я такую новость услышал, наверное, бы полмира обрадовалось бы этой новости. Понятно, что никакую бы ядерную войну, никакой Патрушев и Нарышкин бы не начали. Они бы сказали, фух, это он нас заставил, тиран держал нас в черном теле, вообще в страхе держал. Все, забирайте, снимайте санкции, будем жить дальше. Я думаю, что вот примерно такой бы сценарий был, вот. Но, к сожалению, навряд ли это случится. Хотя... Помріяти можемо, та дійсно, і потримати за це кулачки. А буквально 2 хвилини вашого часу ще, Борисе. Росія надсилає до Китаю підводні човни, авіаційні розробки, ракетні технології, які ми раніше неохоче ділилися з Пекіном. Продовжують посилювати ці дві країни, Росія та Китай, військово-технічне співробітництво в різних напрямках. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кембл. А що це Росія тепер передає секретні технології, а в обмін отримує дуже суттєву під підтримку. Таке посилення говорить про що? І чи поплатяться за це ці країни? Вот это тревожный сигнал, что вроде как, ну, на финансовом треке Китай перестает в какой-то мере торговать с Россией, ну, потому что никак не придумали еще систему, как рассчитываться. И там, кстати, у России на 28 миллиардов в этом году падает экспорт, потому что рупии, юани, там, куда это все девать. Но передача уже не только технологий двойного назначения, но и чего-то там поинтереснее. Вот Кэмпбелл намекает на конкретно какие-то уже, ну, допустим, взрывчатые вещества, порохи, компоненты для производства порохов. Поэтому нехорошо. А вот для россиян это просто... наверное, новость десятилетия, что все, что в Советском Союзе нарабатывалось, секретные технологии, подводные лодки, ракеты, ну, в общем, все эти системы радиоэлектронной борьбы, космического там слежения, вот это все, оно разбазаривается, ну, грубо говоря, там, чуть ли не бартером Китаю, который через несколько лет может стать потенциальным врагом. То есть Путин своими маленькими ручонками, он передает Китаю все, что в России не только за его каденцию, но еще до того основное, что при Союзе разрабатывалось, просто за бесценок. И кто теперь главный враг России? Да Китай зайдет на Дальний Восток, он даже сопротивления не встретит. Потому что развивая эти технологии, так и подавно. А тут и нам нужно внимательно следить. Это очень хороший момент, когда мы можем Соединенным Штатам аргументированно сказать, смотрите, если Украине там не давать бить по территории России или не давать уничтожать эффективно российскую технику, все остальное, Путин долгое время будет передавать вашему главному оппоненту ключевые военные технологии. Поэтому, чем дольше длится война, чем меньше ложечка, которой вы нам даете это оружие, тем больше Путин, загнанный в угол, передаст Китаю технологии.
и тем более мощным в военном плане станет Китай. Вот это же аргумент для Соединенных Штатов от нас. Мне кажется, очень хороший аргумент. Мені теж. І головне, що аби вони розуміли, як цьому протидіяти. Борисе, безмежно вдячна вам за цю розмову сьогодні. Що спасибі за ваш час. Уже в п'ятницю знову побачимося. Ми на цьому ж місці. Бережіть себе. До зустрічі. Борис Тізенгаузен, політехнолог. Ірина Злова була разом із ним. Підписуйтеся, друзі, будь ласка, на ютуб Бориса великими синіми літерами Тізенгаузен в описі під цим відео. І на ютуб 24-го теж підпишіться. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.